Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 29 мая 2019 года, Харьков, Харьковская область. Я нахожусь рядом с грядками высокорослых метельчатых гортензий. Перед вами моя старая грядка, которую я постоянно пополняю, если что-то не получается. Ну, как она старая? Она не такая старая, как кажется. Ей всего 3 года. Почему 3? Потому что из всех уголков я пособирала все свои высокорослые метельчатые гортензии и решила высадить вот в такую грядь. То есть у меня тут своеобразный лесосад получается вот такими рядами. Здесь овощи, деревья, и между деревьями вот такие гряди метельчатых гортензий. Если вы смотрели предыдущие года, 2 года, то вы видели, что как это выглядит уже ближе к осени. И вот на сегодняшний день кусты высокорослых метельчатых гортензий выглядят именно так. То есть в процессе. Удобрили уже мы 4 раза, наверное, потому что открыли в апреле, подудобрили, и 3 раза в мае подудобрили. И, скорее всего, я вот в пятницу опять приеду и тоже начну удобрять. Удобрять начну уже, как вам сказать, укоренителем. Добавлю, ну, скорее всего, я сниму видео. Чем я буду удобрять, что я решила для себя, чем еще подудобрить. Потому что хвоя, мучаясь с хвоей, она очень сильно дает азот. И не всегда корневая и побеги качественно вызревают. Итак, о сортах. Да? Это у нас 2 ванилы Фрейс. Фантом, Лаймлайт. Ванила Фрейс, еще один фантом, это у нас Мельба Фрейс, это у нас Грандифлора, это у нас, сейчас скажу, значит, то была Грандифлора, а это Дентал Дегарон. Это у нас Диамантина, Даймонд Руж. Нет, не Даймонд Руж, Пинк Даймонд. Пинк Даймонд. Вот он так в этом году тяжело отходит. Это Magical Starlight. Мельба. Мельба Фрейс. Одна пропала. Это то, что я вот говорила. Не вызрели. Подмерзла. Вымерзла. То есть она даже не отходит. Это Фантом. Это Вимс Ред. Это Magical Candle и Polar Bear. Polar Bear, вот так. Ну и тут тоже Limelight и Candle Light тоже плохо отходит. Диамантина, кстати, спасла. Это Pinky Winky. Это у нас Уник. Это у нас Pink Lady. Ну, короче говоря, все еще увидим. А еще хотела показать, ну, это рыхлые на заднем плане. Вот это от Евгения Magical Vesuvio. Вот, Vesuvio. Magical Vesuvio. Так хорошо пошел, отлично. Вот такой кустик получился. Это Vesuvio уже с другого. Это то, что я думала, что он пропал. Вот там 2 почки отошли. Вот, живем. Вот так вот эта грядочка выглядит. Всем спасибо. Пока-пока. Встретимся в новом видео.